Нижегородская «Спарта» в своем дебютном сезоне может побороться за попадание в плей-офф. Шансы у девушек есть. Нужно только справиться с нервами и добавлять эмоций в оставшихся матчах. Очередной серьезной проверкой для команды Слободана Радивоевича стала игра с краснодарским «Динамо», одним из лидеров Суперлиги. К тому же у «Южного Динамо» в составе чемпионки мира 2010 года Мария Перепелкина и воспитанница 4-й школы по волейболу нижегородка Вера Ветрова. Первый раз я играю в Нижнем Новгороде со «Спартой». Вообще в этом году первый раз играю со «Спартой». Так что приятные чувства. Домой вообще приятно приезжать. Родина. В первой партии команды больше привыкали друг к другу и старались не ошибаться. Более опытные волейболистки смогли взять верх в первом сете 25-23. А дальше спартанки завелись, да и болельщики на трибунах поддерживают нижегородок. В тяжелой второй партии «Спарта» сравнивает счет 25-21. Краснодарские волейболистки не были готовы к такой наглости дебютанток Суперлиги, а «Спарта» продолжает играть по своему сценарию. Третья партия снова за нижегородками 25-19. В четвертой партии гости уже не верили в свою победу, а «Спарта» строго сыграла на блоках и в последнем красивом розыгрыше одерживает победу в партии 25-17 и победу в матче 3-1. Мы сегодня играли полноценной командой. Мы собрались и сыграли, помогая друг другу. Добавили эмоции, наконец. Да, добавили немного эмоций. Все-таки как-то полегче с ними. Также сегодня летела хорошая подача. Это нам это помогло. Первая домашняя победа в 2021 году, да еще и над одним из лидеров. Борьба за плей-офф максимально обострилась. Нижегородки сравнялись по победам с Тулицей, которая только по очкам опережает команду Слободана Радивоевича и занимает заветное 10-е место. Мы просто на выезду, да, две команды подряд, Тула-Минск, вот эти команды дома проиграли. Если хотим пробовать попасть в плей-офф, вот тут надо брать еще победу, значит, как раз минимум две нам нужны. Самым результативным игроком матча стала спартанка Жанна Каськова, записавшая на свой счет 29 очков. Следующий матч «Спарта» проведет в Туле 27 февраля. Артемий Катков и Виталий Кудрявцев. Время новостей.